В Германии продолжается расследование в отношении сторонников праворадикальной группы «Рейхсбюргеры». Националистическое движение пыталось совершить госпереворот в ФРГ. В числе обвиняемых бывший военный, экс-депутат парламента и действующая судья. Следователям стало известно, что праворадикалы пытались привлечь в свои ряды действующих солдат и полицейских. Шолпан Найманбаева расскажет подробнее. Заговорщикам, планировавшим госпереворот Германии, инкриминируют создание террористической группировки с целью смещения конституционного строя. Всего в ходе спецоперации полиция арестовала 25 человек. Основные фигуранты дела находятся под стражей. Тем временем полиция продолжает проводить задержания среди рейхсбюргеров. Само движение «Рейхсбюргеры», созданное в 80-х годах, насчитывает в своих рядах около 20 тысяч человек по всей стране. Сторонники правых взглядов всегда были в поле зрения полиции, ведь они не признают современную Германию как государство и считают себя гражданами Германского рейха по примеру 1870 года. Но планы нынешние потрясли всю Германию. Они собирались ворваться в парламент, вооруженным путем захватить власть и назначить своего канцлера. Стражи порядка помешали этому произойти. Прошла масштабная спецоперация с участием 5000 полицейских. Они обыскали квартиры, дома, офисы, всего 130 объектов. Как стало известно, среди находок около 100 единиц оружия, в том числе принадлежащее немецкой армии Бундесвер. Также в ходе расследования выяснилось, что среди заговорщиков были не только бывшие политики и военные, но и действующие спецназовцы и полицейские. Изначально это были небольшие радикальные группы, однако во время пандемии среди них начали распространяться теории заговора и количество участников возросло. Опасения вызывает то, что среди участников, которые планировали переворот, нашлись единомышленники в военных и полицейских кругах, а также работающие в системе юстиции. Это делает их планы еще опаснее, ведь это не те, кто просто пишут в интернете, это люди, обученные обращению с оружием. Согласно параграфу 129А Уголовного кодекса ФРГ, за участие или помощь террористической группировке задержанным может грозить от 1 до 10 лет тюрьмы. Расследование продолжается, как пишут немецкие СМИ, дело будут рассматривать как минимум несколько месяцев. Шолпан Найманбаева, Милослав Лавриновский, Хабар 24, Германия.